Время 10:43. Анна Александровна подкрашивает свой свисток. Все еще. У нас сегодня съемка для телеканала «Пятница». А... Снимай, ты сейчас записываешь тоже, как мой папа с камерой. Пожалуйста. Это мы сейчас находимся в гостиной комнате. Мы приехали в 4:30. Так, ладно. Так, ладно, я понял. Обожаю эту фотку просто. Моя любимая. И как раз 1000 лет. Это как раз до того, когда я сделала пластические операции. Видите, изменилось все. Накачала губы, я сделала нос, скулы. Меняла глаза, увеличила их немножко. И, ну, брови я оставила те же. Так. И руки. У меня раньше не было рук. Ты их потом пришила. Это Артурчику. Это я мужу своему автограф. Так вырубай это все. Хорошо. Пожалуйста, моторы назад. Чаек заварила. Приготовились. Камер, мотор. А1. У меня вчера было списано 2000, практически 400 рублей за Facetune. Вот. Я всего лишь хотел попользоваться бесплатно, потом отменить подписку. Да, это для богатых людей. Я понял. Для богатых блогеров, которые... Ту-ту-ту. А ты трушный. Должен был быть. Я выкладываю это в твой сториз. Поэтому прости. Что ты делаешь, фейстюнишь? В общем, ребята, у меня сегодня состоялся мой первый опыт, первый экспириенс в роли ведущей интервьюера. Правильно что? И знаете, как классно, когда ко мне приходят уже мои знакомые, прекрасные друзья. Кристина, опять она дотронулась до меня своим животом. А все, на дороге нет. И да, да. Дорога в многодетство. Нет, попозже. Погнали. А вроде кто счастливый отец? Уже мои знакомые, прекрасные друзья. Кристина, опять она дотронулась до меня своим животом. А все, на дороге нет. И да, да. Дорога в многодетство. Нет, попозже. Погнали. А вроде кто счастливый отец? Нет. То есть он тут куча камер, куча проводов и прекрасные люди. Прекрасные. We are family. Сегодня у нас в балду играют две балды. Анна Александровна Хилькевич и Анастасия. Александровна не Хилькевич. Итак, да, на букву, это время идет. Балда — это семейная игра.